Эти люди в форме не полицейские, а дружинники. Активисты городского поселения Кубинка, которые следят за общественным порядком. Перед выходом на рейд проверка внешнего вида. Удостоверение, жетоны, свистки – все должно быть на месте. Далее инструктаж, ориентировки по преступлениям, отработка маршрута и задачи на сегодняшний вечер. Пятница, суббота каждая. Мы совместно с нашей народной дружиной, которая создана в кубинской администрации, проводим такие мероприятия. Наши силы, потому что сотрудников полиции не так много сейчас. У нас два наряда все заступает по два человека. А, соответственно, дружинников у нас порядка 10 человек, которые нам регулярно выделяют. Совместно с сотрудниками полиции дружинники отправляются в рейд. Вместе с ними следуют и представители общественной палаты. Первый объект – привокзальная площадь. Неподалеку от одной из палаток на земле лежит пожилой мужчина. Увидев камеру, пытается объясниться, но сделать это не удается. Сотрудники полиции поднимают бедолагу и на патрульной машине отправляют домой. Обходя жилой сектор, на детской площадке дружинники замечают ребенка, который находится на качелях один. Время – 9:30 вечера. Неподалеку в машине вместе с друзьями после рабочей недели отдыхает отец мальчика. Небольшая беседа, и гражданин следует в отделении полиции для назидания. Так как много работает жителей в Москве, приезжают на электричках, приезжают поздно. Приезжают, значит, на электричке, садятся на маршрутки, с маршруток приезжают в свои городки, там выдвигаются пешком домой. Вот мы обеспечим безопасность их, чтобы они дошли домой спокойно, без всяких происшествий, не произошло у них никаких грабежей. Народные дружинники – представители разных профессий, в прошлом – военные. У каждого отличная спортивная подготовка и своя история. Командир народной дружины Евгений Степаненко пришел в ряды активистов по зову сердца. Желающие попасть в эту бравую команду уже становятся в очередь, несмотря на то, что дружине еще нет и года. Сейчас мы набрали такой штат, у нас еще есть кандидаты. То есть все рвутся, у каждого есть желание. Ничего-то такого опасного-то, в принципе, нет. Все патриоты своей родины. В рядах дружинников Кубинки более 30 человек. Они помогают патрулировать улицы городского поселения, выезжают на строительные объекты, следят за миграционной ситуацией. Как правило, рейд проводится до 5 утра. Субботние и воскресные вечера тоже рабочие. У народной дружины есть горячая линия. Один звонок, и кубинские добровольцы придут на помощь. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».